Меня спрашивали в директ, а как же можно отличить рододендрон от азалии? Давайте разберемся вместе. Сразу скажу, что и рододендрон, и азалия, они относятся к одному роду – рододендрон. Тем не менее, есть несколько значимых отличий между ними. Сейчас вы видите рододендрон. Рододендрон – это вечно зеленый кустарник. Он не сбрасывает листья на зиму, остается зеленым всегда. А вот это азалия. Азалия – это листопадное растение. Она будет сбрасывать листья на зиму. Кроме того, есть еще одно отличие. Рододендрон в переводе обозначает розовое дерево, тогда как азалия в переводе обозначает сухая. И не зря. Посмотрите, у азалии достаточно сухие ветви, на фоне которых ярко смотрятся цветы. Смотрите, достаточно скудно в зелени. А рододендрон, он очень зеленый, огромные зеленые листья. Также их можно различить по форме. Посмотрите, это рододендрон. Рододендрон – это достаточно крупный кустарник. Он может вырастать до 5 метров. Те, кто были в Европе, видели наверняка в садах, в парках растут рододендроны. И бывают даже рододендровые рощи. Настолько большими и мощными они вырастают. А вот это азалия. Посмотрите, у нее совсем другая форма. Она вытянутая кверху и очень хрупкая, даже если она высокая, как вот здесь, например. Кроме этого, рододендрон любит ажурную полутень, а азалия, наоборот, предпочитает солнце. Я надеюсь, я вам помогла определиться и понять различия лучше.